Коренных жителей, индейцев, в аргентинской провинции Сальта не осталось. Но поныне живут их обычаи и привычки. Августин, у меня галлюцинации? Или у вас действительно все время что-то есть во рту? Да, так и есть. У меня там листья коки. Ужас! Хотите попробовать? Да, но разве это легально? Употреблять это растение в Аргентине запрещено всем, кроме жителей Сальты. Им это разрешает закон, так как кока – часть их древней культуры. Интересно, когда путешествуют по разным странам жители Нидерландов, они тоже говорят: «Как-то вы не разрешаете мне курить, я же из Нидерландов». Эти листья заменяют сальтеньос, кофе и другие стимуляторы. Вот посмотрите, на упаковке написано: специальная отборная кока. Go ahead. Ну давай. А вообще нормально, что мы все это делаем напротив церкви? Да, здесь это нормально. Даже священнослужители жуют листья коки. Не пропустите программу «Планета без предрассудков» с Ириной Бажановой на канале «Моя планета».